Избежать коллапса. В Пасху для горожан организуют дополнительные транспортные маршруты к местам захоронений. Посадка пассажиров в автобус до Богородского будет на улице Карла Маркса областного центра. Стоимость проезда 27 рублей. В Новоталице можно будет уехать с площади Победы за 29 рублей. Всего для перевозок в воскресенье выделят более 100 единиц транспорта. Департаментом также проведена работа по организации массовых перевозок пассажиров к местам захоронений в Ивановском муниципальном районе. Это Сальцево для обеспечения жителей города Кохмы. Но не только города Кохмы, также будет организован подвоз граждан с местечка Сидеева, с железнодорожного, поселка Железнодорожного и поселка Миллиораторов.